Вот я сегодня как раз слушал Карабану а, Владислав. Он там а, рассказывал про эту... Спасибо за стримы и возможность диалога. Вот тут пишут, что мигрантов 11 миллионов. Это угрожающая ситуация даже без учета и на культурности и криминала. Что вы и КРП думаете на этот счет? Сейчас отвечу, да. Ну давайте я расскажу про вот этих там всякие, нефть и прочее. Вот сейчас у нас там раскрутили, значит, гос. СМИ всякие, тему от как ее звать, девушка там какая-то, которая там миллиард там не доплатил, инфо -цыгане, как их называют. Но она проводила какие-то там идиотские марафоны, значит, ей там платили кучу денег, и она там что-то где-то там, что-то делала. чем кончилось тем, что они насчитали миллиард, который она не уплатил. Ну Владислав говорит, Карабанов, что ну, ну ну а зачем вообще этим всем занялись, зачем это про это все сообщать? Ну, ну как вот делают в нормальных странах, предположим, Китая, да, вызывают эту девушку и говорят, слушайте, вы не доплатили там миллиард. Вам нужно, значит... Его доплатить. Заключается соглашение, и все, тема закрыта. Нет, тут раздули какую-то истерию. Там, вот там она такая, насекая, хотела убежать, ее поймали, заарестовали, велели паспорт показать. В общем, цыпленок жареный, цыпленок пареный. Ребята, ну, ну никакого вообще смысла в борьбе с этой девушкой и с этим миллиардом нету. Но у нас основные проблемы это вот торговля нефтью, газом. Что там происходит? Черт его знает, как бы, да? Я не, совершенно не уверен, что там все хорошо. Мне кажется, что там все не очень хорошо. И если проверять, то проверять именно там. И если у нас не хватает денег, то у блогеров вы не найдете этих денег, да? Вы просто не найдете. Потому что блогер, ну вот можно найти миллиард, да? В одного самого, так сказать, богатого. А нужны триллионы. И триллионы есть. Ну, как и где эти триллионы, и что с ними происходит, э -э, ну, можно догадываться только, да. Поэтому это такое отвлечение на негодный объект внимания населения. То есть сейчас они там, может быть, э -э, там, по -э -э, или просто хотят отвлечь людей от реальных вот этих всех историй э -э, с основными нашими потоками торговыми, или там не знаю, что еще хотят. Или хотят зажать просто, ужесточить режим с блогерами. Тоже гениальная задумка, конечно, в данной ситуации. На самом деле, по-хорошему, в военное время вообще не нужно трогать их этих, этих инфо не отвлекать на них силы и средства, и не пугать там население, потому что, ну, любой там примеряет на себя этот блогер, там, даже мелкие там какой-то бизнес начинает там шугаться за ним там придут, его ларек там тряхнут. Да никому не нужен ларек. В таких ситуациях бьют по крупнику и смотрят, что у нас с крупником происходит. Что у нас везде со всеми олигархами все хорошо. Что нет проблем вообще никаких. Что, они честно все платят. Да сильно сомневаюсь в этом. И, вообще откуда у них там столько денег? Там тоже неплохо разобраться бы. Какая стране польза от того, что эти люди столько имеют денег? Ну, кто-то из них там, может быть, заработал, честно. Ну, отлично, молодец. А многие вряд ли честно заработали. По крайней мере, частично. Поэтому вот этим бы и занимались. Это было бы пользой и политическая, и экономическая. Они а гоня, гонянием там каких-то блогеров за миллиард денег. Так, про мигрантов платный вопрос. Значит, ми...